Парламент Украины проголосовал за внесение изменений в Конституцию, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и Европейский Союз. Президентский законопроект принят большинством голосов. Против выступили только две фракции. Внесение изменений предусматривает стратегический курс на членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе. Документ подготовлен по инициативе президента Петра Порошенко. По его словам, членство в оборонном блоке станет надежной гарантией безопасности страны. За высказались 334 депутата из 380 в зале. Против выступили две фракции – оппозиционный блок, бывшая партия регионов и Возрождение. На том же заседании был принят закон о запрете гражданам России быть наблюдателями на президентских выборах Украины, которые пройдут 31 марта. Хочу всем напомнить, в 2014 году, в феврале месяце, агрессия России началась тогда, когда Россия напала на Украину, которая имела внеблоковой статус. И ни от чего это не спасло. И теперь мы должны решительно двигаться вперед дорогой на членство в ЕС и НАТО.